Добрый день, уважаемые зрители! 25 мая 2021 года на площадке ОИЗ Технополис Москва-Валабушева прошла торжественная церемония закладки капсулы времени «Совалмаш» в честь завершения цикла нулевых работ по возведению здания проектно-конструкторского технологического бюро, где будут разрабатываться асинхронные электродвигатели с применением технологии «Славянка». На мероприятии присутствовало руководство компании «Совалмаш», генеральный директор Игорь Яковлев и руководитель проектов Дмитрий Александрович Дынов, а также посол Финляндской Республики в России Антти Хелантрия, представители Финско-Российской торговой палаты, генеральный директор компании «Хака Москва» Клаус Диктониус, заместитель префекта Зеленоградского административного округа Андрей Новожилов, представители управляющей компании ОИЗ «Технополис Москва». После выступления посла Финляндской Республики в России Антти Хелантрия, генерального директора компании «Совалмаш» Игоря Яковлева и генерального директора компании «Хака Москва» Клауса Диктониуса состоялась торжественная закладка капсулы времени. Капсуле времени находятся имена участников проекта «Совалмаш», выгравированные на листах из нержавеющей стали, которые были помещены в специальный защитный, полностью герметичный кейс, не подвергающийся коррозии и воздействию окружающей среды. Вместе с листами в него был помещен электронный носитель с записями пожеланий участников проекта. Следите за новостями «Совалмаш». До новых встреч!